Наша съемочная группа вновь посетила Центр занятости населения Стерлитамака. Ведь именно здесь сегодня проходит ярмарка вакантных мест крупнейших промышленных предприятий нашего города. На сегодняшний момент сложилась такая ситуация, что в городе востребованы самые, что на насущной профессии, это рабочие специалисты. Здесь есть возможность напрямую связаться как работодателю, так и большому количеству соискателей. Работодатели могут видеть какие-то личностные качества будущих своих работников, оценить их сразу на скидку и уже сделать предварительный отбор. На ярмарке вакансий сегодня главным образом представлены два градообразующих предприятия города. Это «Синтез Каучук» и «Стерлитамакский нефтехимический завод». Чтобы устроиться на работу в эти компании, нужно заполнить вот такую анкету, отдать ее специалистам и ожидать звонка с приглашением на работу. Ярмарка идет буквально 20 минут, уже порядком 30 человек к нам обратились. С радостью примем новые кадры, если есть молодые, талантливые люди с соответствующей специализацией. Около 150 вакансий представлено нашими предприятиями и организациями. Обратились в основном это выпускники наших училищ, то есть ПЛ-60, и нефтяного университета. По статистике, судьба каждого седьмого жителя Стерлитамака связана с заводами. После сегодняшней ярмарки ряды рабочих обязательно пополнятся новыми лицами. Наталья Мелконова, Алексей Исаев, телеканал ЮТВ, Стерлитамак.